Будничный вечер для любителей шансона стал по-настоящему особенным. Знаменитый исполнитель, автор песни «Рюмка водки на столе» и просто хороший человек Евгений Григорьев, также известный как Жека, стал гостем вечеринки радио «Шансон Ставрополь». Хит про рюмку водки принадлежит великому шансонье. Жека написал знаменитую песню еще в 90-х. На студии познакомился с Григорием Лепсом. Он не был тогда известен, он был перспективен, но не так популярен, как сейчас. Вот. Я предложил ему эту песню, она ему понравилась. Он сказал, что будет ее петь. Известный исполнитель отнюдь не мастер одной песни. Его мотивы любят, и они всегда на слуху. Кукушка, запахло весной. Мам, я не вру. Айфон, лист, кружил. Раз, и два, и три, которые кружат. Автор этих всем известных хитов выступил для своих ставропольских поклонников с программой «Удивительная жизнь». В этот вечер в загородном баре «Рублевка» царила атмосфера шансона. От песен Жеки буквально все идут в пляс. Плыть по морям, плыть по ее морям своей волной, звенеть от счастья тонкою струной. Отлично, самый лучший вечер в моей жизни. Как вам Жека? Ой, супер. Вообще мы большие фанаты Жеки. У нас в нашей семье все очень много связано именно с этим исполнителем. Вот, поэтому мы, конечно, в восторге. Ну, мы от него обалдеем, мы поэтому приехали. Мы с Туркменского района средней ставки. Супер, отлично, очень хорошо. Мы рады, что он приехал в наш город. Мы его любим, и город его любит. Я не могу, я просто умираю от кайфа. Просто умираю, мне очень нравится. Великолепно, все хорошо, молодцы. Свинеть от счастья тонкою струной. Винеть от мысли, что она со мной. Веселые люди, очень позитивные, люди очень открытые, люди очень искренние. Поэтому мне было с ними очень просто, очень интересно, и я получил сам колоссальное удовольствие от общения со слушателями, от общения со зрителями. Финальная вечеринка радио «Шансон Ставрополь» закрыла сезон проекта «Шансон Клуб». В этом году слушатели радио «Волны» наслаждались множеством мероприятий, получили море ценных подарков и душевно отдохнули под живые выступления Сергея Куренкова, Валерия Кураса, Вилли Токарева и многих других исполнителей. В наступающем году любители шансона ждут не менее приятные сюрпризы. Приоткрою небольшую завесу тайны. В 2016 году, практически в самом начале, наша радиостанция будет отмечать уже третий год вещания в Ставрополе. У нас будет третий день рождения. И первое мероприятие шансон-клуба будет приурочено именно к этому событию. Оно случится уже совсем скоро. Но кто порадует нас своим визитом, наши слушатели и зрители канала ТВ узнают, конечно же, очень скоро. Тамара Гадомская, Владимир Кириллов и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.